Недолго мы с вами радовались. Точнее, даже не радовались. Просто держались, чтобы не разрыдаться. Сбылись опасения сетевых неадекватов. Мы считали их сумасшедшими паникерами. Кстати, и продолжаем так считать. Но в этот раз они не ошиблись. Вселенское зло голову подняло, а потом медленно к нам поползло. Так что есть время приготовиться к защите. Давайте пока вспомним все лучшее, что было. Как мы радовались неудачам мотоциклистов и рвали шаблон ошеломленным котам. А вот теперь они на последнем рубеже обороны от зла. Смелые, уверенные, голодные до больших побед и чужого мяса в обед. Мы все это покажем прямо сейчас. А потом еще покажем, что высшие силы делают с церковными грабителями. И организуем премьеру документального, но очень впечатляющего триллера под названием «Попутчик». Русская версия. И в финале, как всегда, загадка недели. У вас будет над чем подумать, что обмозговать и чем ответить. Не спешите, хорошенько подготовьтесь, потому что мы запишем каждое слово. Чернил хватит на всех. Так что, кто знает, возможно, именно ваше имя будет вписано в историю самого яркого, но и злопамятного проекта современности под названием «Смотреть всем».